Коллеги, всем привет большое! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Коллеги, сегодня у нас продолжение разговоров о щетках от компании I Love My Hair. Значит, это у нас уже семирядная расческа. Вот как мы видим, то есть у нас здесь 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Где мы можем использовать эту расческу? Эту расческу мы можем использовать при сушке коротких и средних волос. Ну, то есть корешечку тоже мы можем очень так хорошо ей вытягивать, подготавливать волосы также под утюг. Значит, эта расческа у нас не продувная, она нам нужна, как правило, только для вытягивания волос. То есть вы можете пробовать ей ставить корни, вам никто не запрещает. Если же у вас получится поставить данной расческой корни, напишите мне в комментарии под этим видео. Мне будет очень приятно, что вы поделитесь со мной и то, как вы это сделали. Напишите, мне будет очень приятно. Вот. А так, в основном, ей очень удобно вытягивать челки. Я вот ее, как правило, иногда использую при сушки мужских стрижек, очень достаточно удобно и комфортно. Вот, она достаточно жесткая, ребро жесткости здесь внутри стоит, и оно, коллеги, не вытягивается. Ну да, не вытягивается. То есть, если в D24 мы вот так взяли и вытянули, то здесь оно запаяно, и вытащить вы его, к сожалению, не сможете. Поэтому данной расческой вы сможете только вытягивать волосы. Видите, дырочек здесь ничего нету, то есть, ну, не сможете вы поднимать корни данной расческой. Как правило, вытягивайте в основном волосы этой расческой, очень удобно, комфортно. Покрытие у нее такое матовое, также, что, в принципе, очень удобно. Ну, вот смотрите, видите, как я легко кручу данную расческу, то есть, в принципе, очень комфортно она держится в руке. Так, несмотря на то, что у нее такое покрытие. Также эти расчески бывают глянцевые, разных цветов. Напоминаю, это расчески, которые привозятся из других стран, в частности из Лондона. У нас в России представлены только вот такие темно-синие расчески с логотипом I Love My Hair. По сути, коллеги, расчески эти все те же самые, просто вы переплатите за цвет. То есть, если вам важен цвет и, допустим, что здесь будет написано, то, значит, вы будете за это платить там в 2 или в 3 раза дороже. Потому что, как правило, цветные другие расчески, они привозятся в страну достаточно в таком, знаете, ограниченном тираже, и, как правило, цена у них достаточно высокая. А если для вас это не важно, а главное, вот, пользоваться этой расческой, вытягивайте, используйте, вот, покупайте, пожалуйста, вот, расчески с логотипом I Love My Hair, и вы будете также довольны данной расческой. Коллеги, если же у вас остались вопросы относительно данной расчески, пишите мне комментарии под этим видео. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне большой палец вверх. Подпишитесь на мою группу ВКонтакте, мне будет очень приятно. Ну а с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока.